Добрый вечер. Как связь, как меня видно, как слышно? Если все отлично, то приступаем к тренировке прямо на закате. Гляньте, какая прелесть. Бомба, да? В таком месте тренироваться. Но, разумеется, я после тренировки голиком в басик запрыгну. Здесь в горах, в этой деревне, кроме нас, блин, никого нет, поэтому здесь можно прям голиком прыгать. Мы так и делаем. Ночью приехали, ночью плавали голенькими с девочками. Замечательно, что хорошая связь. Спасибо, Нинусь. У нас сейчас будет тренировка руки-пресс. Разумеется, ноги мы в любом случае подключим. Ягодицы мы на них, так сказать, отдыхать будем. Спасибо, Марусенька. Вот, телефон внизу не просто так, это телефон под марафон, куда идет сейчас набор. Стартует марафон 8 сентября. На данный момент там идет подготовка. Это бесплатная подготовка для... Покажи сиси. А, пожмака сиси. Ай-яй-яй, да, классно. Прям ух, ух, сисяу. Ну так хоть посмотреть, да? Вот, телефон внизу под марафон. Марафон стартует 8 сентября. Сережа сегодня халявит. Сережа, ты с нами? Не-не-не, я сегодня халявлю, я с пацанами поеду. Вот, сваливает. Вот, марафон стартует 8 сентября. Будет идти он целый месяц. Входит в этот марафон что? Ежедневные тренировки, утром фитнес, кардио, домашний фитнес-кардио. Похоже. Вер, поздоровайся с подписчиками, Вер. Привет. Привет, пирожок. Давай сейчас покажу вам. Все, сладкое, сейчас я поговорю с ребятами. Фламинго. Ну, вот покажи фламинго. Да вон тоже этот розовый фламинго плавает в басике. Фламинго повезло, наверное, больше, чем многим. Вот, марафон стартует 8 сентября, входит туда что? Ежедневные тренировки с Нащекиной. Это утром прямые эфиры, вечером йога-растяжка со мной. Это все каждый день. Два раза в неделю тверк с Элеонорой, два раза в неделю фитнес в зале с Наташей Трухиной. Она будет, в основном ведет эфир ночью. И два раза в неделю, мы еще добавили пятого спикера, два раза в неделю у вас будет английский язык с Мариной Русаковой. Это бомбический учитель. Можно подключить и детей, и самим немножечко подучить, поднатаскать английский, если вы хотите путешествовать, но у вас есть барьер вот такой вот языковой, то это, в принципе, марафон для вас. Также два раза в неделю психология со мной и питание. У вас будет все это в марафоне за 1000 рублей в месяц. И помимо этого у нас еще будет 3 победителя. Первое место получает операцию на сисяу. От... Да, вот Маруся старается. Маруся говорит, я хочу быть победителем, буду работать, хочу сисяу. От прекрасного хирурга Марина Тычинина. Обратите внимание, да, сколько Марины у меня. Марина Русакова – это инглиш, Марина Тычинина – это хирург. Я веду марафон, собственно, это мой авторский марафон. Вот, второе место получает победитель путевку в Турцию, все включено. Отель это 5 звезд на двоих, тоже Маруся говорит, я все призы заберу. И третий победитель получает пожизненный ход, мои марафоны. Так что есть за что побороться, и все это за 1000 рублей. Ну что, приступаем, всю информацию я вам дала. Берем бутылки, у меня это бутылки с вином. Других гантелей я здесь не нашла, разумеется. После тренировки я одну бутылку с Марусечкой разопью, он там голышом в этом бассейне. Занырнем, он классный с подсветкой, занырнем, на это пингвина залезем и будем с винищем отмечать себя умниц, какие мы крутые, мы потренировались. Вот, так что присоединяйтесь, ставлю телефон в какое-нибудь удобное место, чтобы вы меня видели. Ой, как бы вас так примастырить хорошенечко. Вот я думаю, вот так надо. Так, Марфочка, давай сюда стул. Можешь стул поставить сюда, Зай? Еще раз покажи сиси. Пожмакай. Дмитрий, ну вы даете, а? Глянь, завелся парень, не на шутку. Не, ну все, всего хорошего по чуть-чуть. Маруся, сразу выпадами, выпадами. Да, молодец, Марфа, глянь. Хочет сиси, хочет в Турцию. Цветочком, гляньте, у нас эти цветы здесь сыпятся, их очень много. Вот эти вот потрясающие цветы. Они просто невероятно приятный аромат у них. Они тут кругом. Да, все, приступаем к тренировке. Начинаем, как всегда, с разминки.
сразу предупреждаю, что я не читаю, в принципе, во время тренировки, поэтому старайтесь гадости всяких не писать, потому что это будет нечестно, я не могу ответить. И я с удовольствием бы вам ответила всем и ответила бы как надо, но я все-таки рассчитываю на, так, на ваше понимание. Или так нормально? Да, в принципе, нормально так. Я чуть повыше только поставлю. Ага, все. Не, отлично, все. Начинаем с разминки. Итак, начинаем с разминки голеностопы. Сначала разомнем круговые вращения, делаем в одну сторону. Это самое красивое. В другую. Вообще, вот вы представляете, Маруся заметила у меня на шве дырочку, причем такая она приличная, вторую ногу. И надо понимать, что действительно без белья я буду как-то тренировать вас так, чтобы не засветить свои прекрасные места. В другую сторону. Коленочки вместе, круговые вращения делаем в одну сторону, в другую. У нас в Марусе на самом деле тут такой отдых, мы через 10 дней тренируемся. День фитнес, день йога. Перенесли центр тяжести на левую ногу, круговые вращения правой. Раз. Давай, интересно, они эту дырку там рассмотрят. Три. В обратную. Раз. Два. Три. Меняем ножки местами. Раз. Два. Три. Раз. Два, три, поставили ноги чуть шире ширины плечей, делаем наклон в сторону, наклон в другую. Ну, сейчас пойду переоденусь, а то я так чувствую, точно что-то обнаружила. Прикинь, сейчас херак член такой вывалился. Наклон вперед. Круговые вращения тазом, я уже боюсь к вам поворачиваться. В другую сторону. Кисти разминаем. В одну, в другую сторону. Не, ну серьезно, вот смотрите, ну что это? Там нормально, если вывалится, то вывалится. Локти. Я просто не выросла до колена. В другую сторону. Плечи. Рывки перед грудью, в сторону, перед грудью, в сторону, еще перед грудью, в сторону, перед грудью, в сторону, шея, наклон, 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 наклон вперед, назад, вперед, назад, поворот, поворот, поворот. Поворот, круговые вращения. В другую сторону. У нас сегодня работа руки-пресс. Подключаем ноги, поэтому берем в руки гантели и побежали с нагрузочкой. Прям по цветочкам бежать приходится. Мне сегодня прям... легко тренировка будет идти, потому что у меня в руках две бутылочки холодного винишка. Беленькая, розовенькая. Вообще прям чудесно. Беленькая. Марусь, дернем по беленькому. Она не есть. Бежим. С гантельками бежим. Можно снизу вверх, можно также гантели поднять. Таким образом бежать. Бежим.
Бежим, как челентано. Оп. Гантельки на плечи, делаем шаг вперед в полуприседе, шаг, шаг назад. Раз, два. 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 Ножки вместе, двойной присед вниз. И раз, два, вверх. Остались внизу, делаем шаг в сторону в полуприседе. Раз, два, 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 по два, раз, два, раз, два, раз, два, раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Оп. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ножки вместе. Тяга. Отпускаем гантели вниз. Делаем вдох, наклон. Выдох, поднимаемся вверх. Вдох. Спину не округляем. Следим за осанкой. Остались в наклоне. Трицульки работают. Спину не округляем. Следим за осанкой. Выдох. Вот здесь до конца дожимаем. Выдох. Добавляем шаг. И вверх. Как на лыжах. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдох. Еще. Выдох. 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 Сделали шаг в сторону. Выпад. Сейчас эту дырку, как бы это смешно не звучало, подтяну на штанах. Сделали выпад, гантели на плечи, переносим себя через верх, вдох, выдох, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, выдох, выдох, десять, по два, раз, 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 два. Гантели вместе. Отпускаем вниз, делаем присед. Вдох. Выдох, поднимаем гантели вверх. Вдох. Гантели на плечи. Делаем выпад, присед. Выпад, присед. И выпад на правую сторону. Присед. Выпад на левую. Присед.
Выпад. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Выпад. Присед. Сделали выпад на правую. Колено левой ноги опустили вниз. Следим за осанкой. Работают только бицульки. И выдох. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Плечи. Немножечко согнули локти. Развернули гантели. Делаем вдох. И на выдохе поднимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем ножки местами. Все то же самое. Опустили правое колено вниз. Бицульки. 1, 2, 3. Локти не упираются в бока. 4, 5, 6, 7. Выдох. 9, 10. Развернули гантели. Поднимаем вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ух, попили водички. Нам надо просто свет включить, да, Марусь? Где мы? Что там, не засветила я свою дырку, нет? Где она? А, она у меня... Ну нет, она у меня там, где надо. Продолжаем. Блин, как попиздеть, так людей херово туча. Как потренироваться, так все куда-то сваливают, а? Продолжаем, пупсики. Ага. Одни алкаши, блин, и матершинники кругом. Итак, круговые вращения назад, 10 вперед, 10, разведение в стороны, 10. И стараемся корпусом не качать, следим за осанкой. Вдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ножки вместе. Марусь, а остальное свет около твоей. Да, около твоей комнаты. Да, около твоей комнаты. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ничего страшного. Я сейчас просто эту 20-минутку проведу и потом поменяю локацию, чтобы вам было меня лучше видно. Итак, сделали выпад на левую ногу. Я прям боюсь, у меня там дырень, рука пролезет. Блядь, звучит, конечно, трындец. Сделали выпад на левую ногу, работает правая рука, прямая. Вдох, выдох, поднимаем, гантель вверх. Когда мы ее отпускаем, мы не бросаем, а отпускаем. Рука работает, вдох. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Меняем сторону. И вдох. Выдох. Выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 10. Меняем сторону. Как бы мне от вас отвернуться правильно. Ага. Хотя все будет неправильно. Вдох. Thank you.
меняем сторону. И вдох. Взяли гантели, побежали с гантельками. Посилу это все равно понятно, чем ты занимаешься. Да, посилу это очень хорошо понятно, чем я занимаюсь. Силу, блин, на силу. Бежим. Бежим. Я сохраняю эфир. Вы продолжайте бег, а я перезагружаюсь. Через 3 секунды выйду на связь.